Здравствуйте. Вот сегодня дочка мне подсказала, что можно телефон поставить отдельно, не держать в руке, да, рука устает. Пробую. Вот как получится. Но зато удобно будет взять в руки и показать то, ради чего я, конечно, это все делаю. Сегодня я бы хотела поговорить о продукте нашем дрожже Alt. Это вот такое вот дрожже. Конечно, вот серенького цвета, чтоб не блестело, да, с окна. Коробочка наша вот такая вот. Вчера я говорила, да, 30 штучек дрожжей. Альт это у нас идет как бы продукт от аллергии. Вот, ну это так мягко сказано, от аллергии. Он чистит всю жидкость в организме, да, какая у нас жидкость есть, это кровь, лимфосистема и тому подобное. Лечит аллергию, псориаз, отеки, там, нормализует кровь в венах, да, кому-то разжижает, ну, короче, стабилизирует вот этот вопрос. И вчера, когда я говорила о Мелси, что помогла собаке своей, да, вот, когда клещей мы с нее сняли, вот, я просто не хотела говорить вчера о двух продуктах сразу, поэтому как бы вчера был просто Мелс. Вчера был просто Мелс, а сегодня я буду говорить о Альте. И я их как бы давала, вообще я давала три вида дрожжей. Вот, и получалось так. У нас Мелс дается вечером после 9, да, это противопаразитарного. Против аллергии это даем утром обычно. Но так как у собаки была проблема, 20 клещей мы сняли с нее. Это так примерно плюс-минус там пару штук. И сами понимаете, да, это и кровь, укусы, это яд и все остальное. И, естественно, паразиты, клещ это тоже паразит, скажем так. Поэтому я совместила препараты ей. Мелс Альт я ей давала и утром, и вечером. Вот. Поэтому у нас получилось, что за 5 дней мы вычухали собаку, да, очистили ей кровь, вывели ей яды, вот это все, что клещи ей там выпустили. Вот, и параллельно, естественно, даже когда придя перед этим, мы собирались на прививку, нам 2 года против бешенства. И когда я пришла в ветеринарку и спрашиваю врача, вот обычно перед прививкой проходит глистогонная. Я ему рассказала про Мелс, сказала, что у нас так получилось, что вот были клещи туда-сюда, и мы сделали вот такую 5-дневную чистку. Чистка крови, паразитов и все остальное. Он, услышав все, сказал, нет, вам больше ничего не надо. Но удивился, что собака так быстро пришла в норму. И третья дрожжа, которую мы давали ей, это был Grow витамин. Вот. Ну и о витамине я, естественно, расскажу завтра. Вот. Чтобы не совмещать, потому что просто не уложится все в голове. И я считаю, одно видео должно быть для одного дрожжа. Вот поэтому для тех, кого мучает псориаз, аллергия, да, я вот страдаю аллергией, допустим, не помню, 21 год мне был. Вот с тех пор у меня крапивница тепловая. Тогда у меня момент был, я попала под дождь. В Чернобыле была, когда авария. Нас тогда по телевизору еще предупреждали, не попадайте под дождь, смотрите туда-сюда. Вот. И получилось так, что я как раз и попала. И пока я домой дошла, у меня уже горело лицо, шея, у меня все было осыпано. И вот чем я только не лечилась. И мазепамы, и феназепамы, и дрожжи какие-то мне выписывали. И все это потом менялось, потому что шло привыкание. И даже скажу, я и БАДы пробовала. БАДы тоже мне ничего не скажу, в отличие от медицинских препаратов, которые менялись каждый месяц и толку ноль. Утром просыпаешься, глаза опухшие, и приходишь на работу не в 8, а в 9, потому что ты вся опухшая. Вот сейчас, от когда полгода с Альтом, да, у меня вообще ни разу не вышла еще аллергия. И при всем при том, я и не пользуюсь полгода, да, я пропила там месяц-два. Потом нет, другие пользуюсь другими вещами, продуктами, вернее. Сейчас я опять его приобрела и опять пользуюсь. Ну, во-первых, потому что нравится, удобно, запивать не надо, время выбирать не надо. Мне нравится, я его утром и вечером вместе с Мелсом на пару, да, чистка организма, вывести шлаков, привести в норму себя, быть здоровей. Скажем так, это каждому хочется. Ну вот, кручу в руке, шумлю, наверное, потом это все отобразится там в звуке. Ну, буду закругляться уже почти 5 минут. Сейчас напишут, что все. Поэтому вот такой у нас прекрасный продукт. Альт, аккумулированная дрожжи, аллергия, псориаз, удушья, астма. Подходит всем.
Экзема, да, вы сами понимаете. Чистка крови. Кровь почистил, это наш мотор, сердечко, все пропускает через себя кровь. Если оно чистое, значит организм здоров. Ну все. Всем всех благ, здоровья, удачи всем. До скорых встреч.